Главным аргументом в пользу водружения флага Содружества независимых государств, по мнению инициаторов из Чедерлунги, является тот факт, что на территории республики все чаще развиваются флаги Европейского Союза. В числе избранников, поддержавших эту инициативу, представители различных движений и партий, которые не усматривают в своих действиях никаких нарушений. Наши правители вешают флаг Евросоюза, в котором мы не находимся. Значит, его вешают, и никаких нарушений нет. А вот мы более 20 лет являемся членами стран независимых государств, мы не можем. Мы после развала Советского Союза, мы этим по сегодняшний день живем. Как это может противоречить? В ответ на их политические действия отвечаем своим действием. То есть мы в законе ничего не нарушаем, мы водружаем флаг СНГ. Выполняя волю подавляющего большинства горожан города Чедерлунги, мы выполняем историческую миссию. Главный инспекторат полиции считает, что запланированные действия могут быть квалифицированы как профанация государственного флага Республики Молдова и подстрекательство к его отмене. О чем правоохранительный орган предупредил примара и председателя местного совета письменно. Письмо было зачитано вслух и принято к сведению, но от своего решения собравшиеся не отказались. Флаг Содружества был водружен рядом с двумя другими. Я считаю, что это символично и правильно. Молдова является страной СНГ. Это Содружество независимых государств. И раз мы входим в это Содружество, мы имеем право этот флаг вывесить. Решение о водружении флага было принято на заседании городского совета и озвучено на митинге 10 ноября. Примар Георгий Арманжин на церемонии водружения флага не присутствовал.